мемлекеттік қызметші күні құтты болсын ағайын! Мемлекеттік қызмет абыройлы міндет! Музыка, танцы и улыбки на лицах. Ритмичные движения в исполнении сотни государственных служащих увидишь не каждый день. Но сегодня чиновники покинули свои рабочие кабинеты, чтобы необычно отметить профессиональный праздник. К слову, таким образом виновники торжества решили показать, что среди бюджетников много талантливых людей. На нашей области такой флешмоб именно в честь праздника Дня государственного служащего организуется впервые. Но в дальнейшем мы, конечно, будем проводить очень много таких мероприятий в более широком формате. Участники флешмоба показали хореографические постановки и даже представили гимн государственных служащих Юга. В целом, за последние годы сфера госслужбы потерпела ряд изменений. Но сами бюджетчики считают, что все это только к лучшему, ведь услуги, предоставляемые госслужащими, стали доступнее для населения, сократились факты волокиты и бюрократизма, да и отношение к белым воротничкам у людей существенно поменялось. Всех государственных служащих я поздравляю с нашим профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, карьерного роста и всего самого наилучшего. Вы считаете, что вот эти подобные флешмобы, они, в принципе, объединяют уже государственных? Конечно, объединяют. Я здесь познакомилась с многими государственными служащими, допустим. Ну, на работе также мы как бы знакомимся, да, ну, а на флешмобе все равно как бы ситуация по-другому, более просторно, более... А на работе это на работе. Отметим, что указом президента Нурсултана Назарбаева днем государственного служащего было объявлено 23 июня. Впервые этот праздник казахстанские бюджетники отметили в 2013 году. Рауль Габитов, Абзал Турабеков, новостная служба телеканала ТВК.